Солнце, песок и спортивный задор. В Самаре впервые стартовало первенство страны по пляжному теннису среди юниоров, а вместе с ним и 6-й Кубок России среди взрослых. Соревнования – последний этап отбора на предстоящий чемпионат мира в Москве. Прямо с пляжа сюжет нашего корреспондента Кирилла Козина. Участники первенства – юноши и девушки в возрасте до 17 лет. Приехали в Самару со всей России. Для многих это дебют, тем более, что ракетку в руках держат совсем недавно. Мы начали заниматься этим летом, буквально три раза взяли ракетку в руки. Все отлично получается. Спасибо. Да, нам очень нравится, это очень интересный вид спорта. Действительно экзотический вид спорта, но на самом деле это очень интересно. И очень хорошая организация турниров. И все соперники достаточно сильные, есть с кем поиграть. Бок о бок с юниорами играет взрослый. В Кубке России, который проводится в Самаре уже в 6-й раз, принимают участие игроки, многие из которых входят в первую десятку мирового рейтинга. Для них, так же, как и для молодых спортсменов, эти соревнования – возможность попасть в сборную и представить нашу страну на чемпионате мира, который пройдет в Москве в середине июля. 130 человек у нас общее количество участников, 44 молодежи, остальные все взрослые. Оба соревнования являются последним этапом отборочного цикла для участия в сборной страны, для участия в чемпионате мира по пляжному теннису, который скоро пройдет в Москве. Так как соревнования здесь проходят среди юношей и среди взрослых спортсменов своего рода, еще и мастер-класс посмотреть, как играют взрослые игроки. Ну а для нас, как для Самарской области, это честь, во-первых, а во-вторых, очень хороший пример, да, для всех, кто у нас в регионе любит пляжный теннис. А таких любителей все больше, поэтому вопрос о включении пляжного тенниса в олимпийскую программу становится все более актуальным. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии.